Борьбу с нетрезвыми водителями ведут и судебные приставы, как им и полагается, рублем. В прошлом году штрафы с автолюбителей под мухой взыскали на сумму 25 миллионов. Только за два месяца этого года 4 миллиона 300 тысяч рублей. Эту иномарку от службы приставов прятал должник со стажем. У мужчины множество неоплаченных штрафов на 40 тысяч, наказание за пьяную езду, обязательные работы 100 часов. Теперь машину продадут и деньги направят в счет погашения, если долг он добровольно не выплатит. Несчастливому нарушителю, ко всему прочему, придется еще оплатить стоимость услуг эвакуатора и штраф стоянку. Суд выносит на свое рассмотрение, то есть принимает вопрос к рассмотрению, то есть постановление судебного пристава о назначении наказания по части 1 статьи 20.25 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, уже выносит решение, то есть может назначить обязательную работу, может назначить административный арест, либо удвоить штраф, назначенный ранее.